Здравствуйте, мои юные друзья. А сегодня мы решили послушать Серегу Пирата, песенка в поддержку китайцев. Но перед тем, как мы будем слушать, напоминаю вам, что у нас теперь есть свой телеграм-канал. Вы можете туда прийти, подписаться, поучаствовать в голосовании, пообщаться и так далее. Хочу сказать, что вот открыли мы этот канал неделю назад. За это время у нас уже 200 подписчиков. С такой бы скоростью, да, Максим? Росла бы это самое. Ну, когда-то у нас так росли подписчики на нашем канале. На основном. Ну и так, друзья мои, еще напоминаю вам, что у меня есть две книги. Первая книга про наше поколение, вторая книга про ваше поколение, где упоминается, даже не просто упоминается, там один из героев второстепенных, скажем так, Серега Пират. А второй такой же герой — это Илья Мазелов. Поэтому заходим по ссылке на Литрес, скачиваем книги, читаем и помогаем мне их распространять. Ну, к тому же у Максима есть свой игровой канал, на который вы тоже можете зайти и посмотреть, что он там творит. Ну, а пока вы это все делаете, мы будем слушать песенку в поддержку китайцев. Очень познавательная песня. Баньте меня на всех турнирах ваши. Баньте меня на всех турнирах. Баньте меня на всех турнирах ваших. Баньте меня на всех турнирах. Забанили. Понятно про Серегу Пирата. Знаете, что хочу сказать? Я поняла, благодаря Сереге Пирату, у него там есть в поддержку афроамериканцев, в поддержку китайцев, что там еще. Главное, что-нибудь похожее на ту нацию, про которую ты поешь песенку. Что-нибудь туда вставить, какую-нибудь фишечку, и все, обозвать ее в поддержку кого-то, и будет все замечательно. Вот такая хитрая штука. По сути, вот что, про что песенка? Про что? За то, что он просит, чтобы его банили. Ну, при чем здесь китайцы? Видимо, просто настроение было такое китайское у Сереги Пирата, и получилось то, что получилось. Ну, в принципе, весело получилось. Мы понимаем, что его творчество – это просто такое хобби. Он там спел сам для себя, вы послушали, и мы послушали, и всем от этого хорошо, никому не плохо.
И слава Богу, друзья мои, давайте поддерживать все страны, которые нас окружают. Всем пока!